Владимир Сапрыкин. «Авось и пофигизм», читает автор. «Наделил Россию Божия геном долголетия, и живет народ, как может, 2 тысячелетия. И не важно, кто на троне, жизнь то в кривь, то в кость, потому что в каждом корни русского авось. А к авосью присосался мерзкий пофигизм, и поверженным остался чудо-коммунизм. Наделил Россию Божий геном долголетия, и живет народ, как может, 2 тысячелетия.